Гашек, тебе деньги для Серова отправили? Какие нахуй деньги? Я вот сижу, собираю ему на адвоката. Короче, нашли адвоката. Вот. Нужен, короче, полтос за 2 месяца. Чисто за 2 месяца только заплатить. А там дальше его знает. Гашлю, когда беш готовить будете? Беш фармак? Блин, надо было не кепку, а шапку одевать. Пусть Серега машину свою продаст и будут деньги на хорошего адвоката. Какой Серега должен машину продать? Какой Серега и какую машину? Привет с города Коврова. На помощь Димке. Ларис, спасибо тебе большое, спасибо. Славка, сортировка смотрит. Красавцы, красавцы. Привет, с Владимира Серого надо вытаскивать. Базар нет, вот мы пытаемся. Хоть что-то сделать. Может, что-то и получится. Ну, адвокат вроде такой нормальный, мы пообщались с ним. Там, как на деле, он себя проявит. Да нет, говорят, ну, через знакомых нашли, говорят, хороший адвокат. У вас отпуск, что ли? Так часто отдыхаете, молодцы. Да какой отпуск, если бы мы еще где-то работали? Было бы вообще замечательно. Да. Такси-то работать, я в любое время взял, да ушел с линии, и все. И вот тебе и отпуск, вот тебе выходной. Шапка крутяковая у тебя, да-да-да. Я, кстати, когда вчера или позавчера дядя Юру видал, он, оказывается, здесь, короче, на жилзоне был. Вчера, наверное. Ну, видел ты, наверное, его вчера. Ну да. Вчера, короче, да, я его видал. Он, ну, Костян привез, короче, к дому. Разворачиваться стал, домой ехать. Царю. Приехал он, короче, к мадам. На адвоката. Жанна Дэм, спасибочки, солнышко. Приехал он, короче, к мадам, к своей, к этой, Гале, Гале. Вот, да. Вот, она его позвала. Он, короче, переночевал у нее. И все, говорит. Ушел, говорит, за сигаретами. Звоню ей, говорит, это... Сейчас я приду, она говорит, не надо, не приходи, я с мужчиной. И все, короче, поехал он домой. Иван Никулин, серому скорейшего освобождения. Да-да, спасибо, Вань. А вчера, кстати, еще Ваську с сатаном видал. Так, здорово, брат, что с Серовым? Сидит пока, что делать-то? Садили. Какова вероятность, что его отпустят? Знает, но большой процент. Потому что посадили ни за что. Что они думают по этому поводу? Я, не знаю, на днях, наверное, поеду, вот, и поспрашиваю. Надо всех их вместе собрать. И, может, к дяде Юре сгоняем. Только надо будет дяде Юре позвонить, а то, то так бы поехали. Бегай его искать. Вчера бы, да, а ох, там, он тут на жилзоне был. Что будет с каналом, хочу пожрать, ты будешь его вести? Не, не буду. Арнур, нет, почему? Закрыли, не обязательно срок будет. Что случилось, Гашек? Да это не у меня, это серому собираем. Гашек, забирай, продавай все вещи серого, у него там типа столько Gucci, Filipe. На Авито. На Авито. Распродажа, это как черная пятница. А дочка претензий не имеет или мать ее? Нет, конечно, никто там претензий никаких не имеет.